Наушники забыл. Да я же сказал без стрельбы. А. Ну, ты же дагестанцу сказал. Ты на русском сказал? Нет. Салам алейкум, здравствуйте. И сегодня у нас будет ролик о долгожданной новинке. Это Вепрь 9 Алтай. Как вы знаете, семейство патронов Ланкастер недавно увеличилось. И теперь Барнаульский завод, БПЗ, Барнаульский патронный завод, выпустил патроны 9.22 Алтай. И завод Молот Оружия выпустила ружье охотничье, гладкоствольное, самозарядная Вепрь 9 Алтай. Это ружье предназначено для охоты, самообороны и практической стрельбы в классе PCC. Кому он будет интересен? Кому он нужен? Во-первых, для тренировки новичков. Почему? Потому что из этого ружья можно стрелять в любом крытом тире. Также можно стрелять на любом полигоне, на любом стрельбище. То есть этот патрон 9.22 Алтай, он можно применять, особо не рикошетирует, не пробивает броню, он такой, не такой сильный. Если вы знаете, допустим, в галереях, допустим, 25-метровых, нежелательно стрелять 12-м калибром. Нельзя стрелять 5.45, нельзя стрелять 7.62, нельзя стрелять калибром 366 ТКМ, тот же самый гладкоствольный. Почему? Потому что 12-й калибр, он рвет полностью защитное резиновое покрытие, антирикошетирующее покрытие. Да? А калибры 5.45, они пробивают металлические мишени и портят бронезащиту тира. 366 ТКМ также, 7.62 он просто, если срикошетит оттуда, вернется так, что мало не покажет. И именно поэтому многие, кто покупали крупные калибры, и у кого нету стрельбищ в городе, они не имеют возможности где-то пострелять. Также калибры, допустим, 366 ТКМ, 12-й калибр, который можно сразу купить, не ожидая 5 лет, они, у них очень сильная отдача. И, допустим, люди, которые покупали там ружье 12-го калибра, чтобы пострелять, много особо не стреляли. Я вам говорю, что после одной тренировки, после двух тренировок, у них все желание стрелять реально пропадало. Теперь же появился вот такой образец, который можно купить сразу по первой лицензии. Этот образец уже серийно выпускается на заводе «Молот Оружия» и уже, в принципе, во всех магазинах охотничьих в Российской Федерации должен появиться. «Вепрь 9 Алтай» выполняет те же задачи и требования, что ружье ТР-9 калибра 345 ТК. Основные технические данные. Калибр 9 мм «Алтай» 9×22. Вместимость магазина 10 патронов. Эффективная дальность до 100 метров. Масса ружья 3 килограмма 800 грамм. Длина ствола 345 миллиметров. Габариты. Длина 885 миллиметров. Ширина 75 миллиметров. Высота 200 миллиметров. Кучность стрельбы на дистанции 50 метров, радиус рассеивания, не более 60 миллиметров. Особенности ружья Вепрь 9 Алтай. Хромированный канал ствола и патроника. Укомплектован стандартными 10-зарядными магазинами «Павган». Сверловка «Ланкастер» обеспечивает высокую кучность и дальность стрельбы. Надежная автоматика со свободным затвором. Съемный дульный тормоз, стандарты резьбы на дульном срезе М14-1 левая. Нескладной приклад. Механические прицельные приспособления. И также имеются два варианта. Как с боковой планкой под кронштейн, под оптику, так и без этой планки. Комплектация ружья – это магазин на 10 патронов, шомпол и коробка-упаковка. Данное самозарядное ружье выпускается только с нескладным прикладом.
Разборка-сборка аналогично автомату Калашникова. Единственная есть разница, у личинка затвора не поворотная. То есть это свободный затвор. Отстегиваем магазин. Проверяем наличие патрона. Патрона нет. Контрольный спуск. Отстегиваем крышку. Вытаскиваем возвратную пружину. Оттягиваем. Так. Оп. Вот, если обратите внимание, она не поворотная. То есть это просто у нас свободный затвор, и поэтому ей не нужно разворачиваться, так сказать. Теперь, в чем вот эта конструкция хороша? Если нам нужно поставить рукоятку перезарядки, лапку затвора, допустим, с левой стороны, то мы можем без согласования с ЭРО установить ее, как и на любом, на любом гражданском варианте Сайга, Вепер. В некоторых просто образцах вся рама является основной частью оружия. В этом образце затворная рама не является. Здесь является только личинкой. Личинка затвора основной частью оружия. Поэтому мы можем спокойно поставить перезарядку как слева. Справа он уже есть, можем поставить слева. А УСМ здесь, простой АКМовский, от серии автоматов или карабинов АК. Не имеет автоматического огня, естественно, как любое гражданское оружие в России. Давайте попробуем пострелять. Мне кажется, хороший образец. Под огнем. Ну что, поехали! На самом деле не все попал, здесь свет светит нам прямо в глаза, но 18 попаданий. Ни одного утыкания. Да. Ребят, мы отстрелялись из этого образца в тире «Калибр», это в Мытищах, обалденный тир. И образец был не как-то там выбран или что-то, да, просто был взят с партии и отстрелян тут, и ни одной задержки, ни каких-то проблем, то есть не было. Не такой большой настрел был, но проблем не было абсолютно, ни задержек, ничего. Данный образец представлен розничным представителем компании «Ижевский арсенал» в Московской области, это магазин «Люберецкий арсенал». Так что обращайтесь. Вещь хорошая, реально удобная. Можно затюнинговать. Это база АК, да, это в принципе любой самый многочисленный тюнинг в Российской Федерации — это база АК. Поэтому, кому ролик понравился, ставьте лайк, делитесь обязательно вас этим роликом. Комментарии, моментарии. Какие вопросы есть, обязательно задавайте в комментарии. Лично, по моему мнению, достойный образец. Всем спасибо и до новых встреч, ребят.